Подарки новогодние и рождественские. В общественной организации «Колыбель» решили вспомнить исконно русские традиции и поздравить многодетных мамочек и детей с Рождеством и святками. Любимец малышей Дедушка Мороз пришел не с пустыми руками и подарил ребятам сладкие подарки. Эти радостные дни рождественских святок благотворительная организация «Колыбель» продолжает дарить подарки своим подопечным, детям молодых мам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и детям из семей, входящих в ассоциацию многодетных семей «Колыбель». Совершать милость на Рождество и на святки по отношению к нуждающимся – это возрождение древней русской традиции. Каждый из нас, творя добрые дела, способен хотя бы в малой мере изменить окружающий мир к лучшему. Традиционно перед Новым годом «Колыбель» призывает всех неравнодушных откликнуться и помочь молодым мамам. Одни приносят одежду, другие – канцелярские товары для ребят. Организации, как правило, помогают финансово, перечисляя средства на благотворительный счет. Часть денег потратили на подарки для многодетных семей. Спасибо огромное «Колыбели» за это мероприятие. Мы за ее деятельностью давно наблюдаем. Еще когда я не была многодетной мамой, я всегда наблюдала за деятельностью «Колыбели», потому что у нас в России даже таких организаций мало, которые будут помогать не только многодетным, особенно женщинам в трудной ситуации. Поэтому мне не только хотелось участвовать как многодетной маме, но и в качестве волонтера. Поэтому мне в принципе приятно здесь находиться, чтобы поддержать такие мероприятия. Приходя в «Колыбель», мамочки могут быть уверены, что им помогут и не дадут в обиду, а их детей в праздничные дни ждут маленькие презенты и развлекательная программа. Дедушка Мороз, к слову, тоже волонтер, пришел позабавить детвору. Все желающие могли рассказать доброму волшебнику стишок и получить сладкую награду. Спасибо «Колыбели» за вашу доброту, доброжелательность и заботу. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.